А так. Доброго времени суток, с вами Данил Рыжкин, и сегодня я к вам с хорошими новостями. Хоть сегодня я буду говорить о коронавирусе, новости действительно хорошие, потому что, возможно, я нашел лекарство от коронавируса, и оно было буквально под носом. Нужно просто быть нижегородцем. Все просто, подождите, не казните меня, я сейчас вам все объясню на примере замечательной, суровой штуки, с которой невозможно спорить, под названием статистика. Итак, статистика по коронавирусу на данный момент, на сегодняшний день. В мире заразилось 4 637 130 человек. Из них умерло 311 843 человека, то бишь 6% целых 72% от заразившихся умерло. По России заразилось 290 678 человек, а умерло 2722 человека. Здесь процент намного меньше, всего 0,94. Ну а что же у нас по Нижнему Новгороду? Заразилось 6692 человека, а умерло всего 43 человека. Это прискорбно, но это всего, ведь это 0,64%. Я поздравляю нижегородцев, мы победили коронавирус. Я думаю, мы переживем и коронавирус, и атомную войну, и апокалипсис, и правление Путина. Переживем просто все, потому что мы нижегородцы. Ну и в принципе, чтобы пережить любую напасть, вам нужно быть коренным нижегородцем. Это не значит, что нужно сейчас приезжать к нам и оставаться здесь жить. Нижний Новгород не Москва. Он нифига не резиновый, тут и так народа уже достаточно. Ну, в общем, какие бы абсурдные эти новости не были, но они греют мне душу. Они приятны мне, они хорошие, потому что я живу в том городе, в котором процентность смертности от заразившихся такая маленькая, что, ну, мне не страшно, и я горжусь тем, что я нижегородец. Да, вот так. И вам советую также гордиться тем, кто вы есть. Но только при этом еще делайте что-нибудь для этого, да? Не просто сидите на диване и гордитесь. Вот хотя бы как я статистику поизучайте. Сделайте еще что-нибудь полезное сейчас в такие времена, да, там. Определитесь, что вы не больны, и помогите своей бабушке, там, да, родителям, еще кому-нибудь. Ну а самое главное, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк, комментируйте и распространяйте данный видеоролик, чтобы все знали, что вакцина найдена, что нужно быть нижегородцем. Это не всем, конечно, поможет, но пусть все знают. Хочу, чтобы все знали! На этом все. Спасибо за просмотр. С вами был, есть и будет всегда Данил Рыжкин, самый субъективный бородач на всем Ютубе и во всем интернете. И самое главное, не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк.